Городской парк проводит уникальное для парка мероприятие. Впервые в истории парка проходит конкурс, на котором мы выберем принца и принцессу парка. У нас около 30 участников в конкурсе, и победитель в каждой номинации, принц и принцесса, получит уникальный, ранее не разыгрываемый приз, безлимитные катания на всех аттракционах парка в течение всего лета 2016 года. Остальных участников мы тоже наградим. И без подарков, ну просто не отпустим. Всем желаю огромных успехов, удачи и победы в конкурсе. Мы готовы встречать наших участников. Наши участники пойдут под порядковыми номерами. Их у нас сегодня немало, я думаю, порядка 25 участников. Ну что ж, давайте поаплодируем нашему началу. Начало положено. Встречайте номер один сегодняшнего дня. Крутов Арсений, под ваши бурные аплодисменты. Участница номер два, Непоседова Юлия. Следующая участница, Гусева Ангелина. Участник номер 12, Коновалов Борис. Участник под номером 16, Сабирова Ангелина. Костюмы один другого краше. Прекрасный вкус. Участник под номером 17. Участник под номером 22, Марк Рыбалко. Участница под номером 23, Галя Ахметова Алсу. Встречаем ее бурными аплодисментами. Мне 9 лет, и я Елена. Мои таланты все не счесть. Я очень рада здесь на сцене предстать пред вами. Это честь. Я птица счастья, я из рая. Я все желания исполняю. Но чтобы чудеса творить, мне очень нужно победить. Вот такая вот птица счастья под номером 8. На самом деле, я думаю, что, наверное, это самые такие сложные критерии, по которым можно оценивать таких юных артистов. Это дефиле, это конкурс костюмов и, соответственно, творческий конкурс. То есть конкурс, в котором каждый ребенок себя проявляет, каждый свои таланты. И на самом деле очень сложно оценивать, потому что все ребята очень яркие. И на самом деле концентрация, такая высокая концентрация одновременно и умных, и ярких, и харизматичных, и таких одаренных детей здесь просто поражает. И это замечательно, потому что я думаю, что, наверное, большое... Вы идете вот сюда. Очень-очень много эмоций дарит девчонки, такой праздник. На самом деле, можно выделить несколько ребят, которые, вы знаете, просто завораживают, наверное, своей изюминкой, какой-то яркостью природной такой. И, конечно, очень приятно на них смотреть. Но, конечно же, они все молодцы, безусловно. Но есть какие-то, которые вот именно цепляют, вы знаете, вот так просто индивидуальностью своей. Ну да, немножко. Если я выиграю, я буду часто ходить в горпарк.